приехали вечером уже на озеро, нас здесь позвали ребята, фактически мы в гостях. Приехали очень поздно, поэтому сейчас быстренько-быстренько, каяки уже надули, вещи погрузили, сейчас вплавь до островов. Будем сегодня, разобьем лагерь, наконец-таки первая рыбалка с ночевкой. Как долго мы этого ждали, сейчас повесим гамачки, разведем костерок, будем отдыхать всю ночь, и уже с утра уже будет уже рыбалочка. Сегодня уже вскочила дикая жара, температура была с ней 27 градусов, до этого было довольно холодно. Опять вот этот как рыбалка, вот этот перепад какой-то температур. Как реагирует щука, пока не знаю. Ребята рыбачатся, мы дождемся, узнаем, как они отрыбачили. Я надеюсь, что будет очень обалденно. На самом деле, теоретически, плевать, какая будет рыбалка. Главное, что первая ночной выезд, костерок, остров, каяки и отдых. Это самое главное. Сейчас будем остров осматривать наш. Давай ты с этой стороны, а я вот этой. Посмотрим его. Птицы вылупились недавно. Каяки надо все равно подвязать. Так, ну что, здесь, да, остаемся? Да. Ну давайте разбивать лагерь тогда. Проснулся от того, что храп дикий в двух гамаках. В красном и в синем. Ну, с синего уже вот оператор снимает, а красный все топит. Олежка говорит, никогда не храпите. Включил режим антикабан. Мы на острове. 500 квадратных метров. Антикабан у него никогда не храпит. Надо вставать. Подавать уже пора. Угу. Так, не стал я ждать Олега, его можно ждать вечно. Пусть он там пока собирается, а я начну сегодняшний рыболовный день. Так, начнем с Джонни Воблера. В рассвете ход пайк. Ой, как хорошо-то. Такая кувшиночка вот начинает подниматься. Вообще озеро довольно-таки мелкое, тут самые большие глубины 3 метра. Какая красота кругом. Птички поют. Сейчас еще щучка разловится. Будет вообще красота. Ну и посмотрите, какой островок, на котором мы сегодня ночевали. Такой небольшой, красивый, с деревьями. Гамачки наши там стоят, палатка. Красота. Так, ребята, все, выхожу. Олегыч, ты не поверишь, видишь лодочку вон ту? Я смотрю, кто-то плывет, короче. Плывет бабушка, 70 лет. Привет. Здравствуйте. Да, я только выплыл. Ага. Собачки у вас хорошие. Бабушка сказала, что... Ну, она местная, судя по всему. Что надо немного ближе к берегу и где камушки есть. Да? А в прошлом году она на 11 вкозлила щуку. А крупная щука же здесь есть, да? На
на 11 килограмм. Бабушка. 70 лет? 70 лет. Ну, удачи вам! Чтобы поставить мне. Попробовать на такой джерк самодельный, который нам Никитос Ладинский прислал с Калининграда. Никитос, большой тебе привет. Сейчас буду ловить на твой джерк. Красавцы же, посмотрите какие. На них, наверное, и попробуешь половить. Так, одеваем. Я ему такой хвостик приделал. У меня просто не было другого. Я какой-то маленький. И потом в магазин зайду, побольше куплю хвост, чтобы вообще был класс. Ой, блин, огонь. Сейчас будем тестить. Посмотрите, как он играет. Прям так хочется разловить его сегодня. Есть. Есть, Олегович. Такая небольшая, но на лайт приятно. Ах, не брызгай. Опа. Мамулю приведи. Вот, камушку подплыл, и сразу дела пошли лучше. Больше камушкам уделять внимание. Малышка. Ну, не крупная щука, как-то стандарт, хочется нормальной щуки. А глотнула-то, глотнула. Ну. Олегович! Во, поймал! Решил на островок приплыть, да? Ну, что сколько поймал втором? Две. Ну, одна маленькая у колодки, это третья была, свалилась. И еще одна поклевка была. Мне просто сегодня сказочно везет. Потому что... Обратите внимание, в чем я. Опа! Волшебные ритузы. Пританцуй немножко. Я боюсь ковыркнуться. Что там боишься? Тебе надо было, Ром, не в рыбаки идти, а в балет. В балет? Да. Ну смотри, как у меня. Тебя идеальная вообще фигура и подъем стопы. Ты думаешь, да? Я думаю, да. Мне кажется, просто русский балет потерял шикарного такого героя. Солиста большой сцены. Беда, Ромыч, ни на что не клюет. Давай, выбирай мне приманку, на какую я буду словить. Канатку кидал, не берет, Ром. Не берет.
А фишек-то не хочешь 170-го получить? Вот его хочу. Давай мне, выдай-ка мне его. Вот я на него и половлю. Ром, у меня еще беда по пигам, короче. Все, я по пигам начинаю проседать. Ты оторвал, что ли, опять в очередной раз? Ну, это мне Рома оторвал. Мой самый уловистый. А так, у меня они уходят постепенно. Слышь, я бы на твоем месте погонял бы мегабаса вот этого, грузил бы сейчас. Ай, ты хитрый. А почему не форельку? Да можно и форельку. У тебя 2 мегабаса. Блин, ну да, но ты маленькая. Ром, я хочу большую рыбу поймать. Я не хочу маленькую ловить. Ну, как вариант, вот сейчас я тебе фишекета дам. Короче, сделаем так. Выдавай мне фишекета. Сейчас я на него половлю. Если будет голяк, тогда снаряжу мегабасик с пером. Форелевой. Так, давай мне фишек это. Он как раз для этих глубин. Метр, 1-1.20 заглубления. Я просто надеюсь, он не останется потом в твоей коробке. Я у тебя ревизию проведу, тебе надо еще канатки забрать свои. А то я знаю, что коллегу положишь в коробку, можно потом про это забыть. Ну мелкие фиги, да? Ну одна вот первая, которая нормальная за килошку, а эти там грамм по 700, наверное. Ну вот о чем я тебе и говорил, Ром. Бабушка что сказала? На 11,5 килограмма. А это все бабушкины сказки, Ром. Красавчик. А Олежке что-то не везет, я ему уже фишек это дал. Да Олежка 3 броска сделал, с вами не порыбачишь. А Олежка храпит просто. Храпит вообще. Не-не. Да-да-да. Там все записано, все ходы записаны. А, он не подтверждает, да? Не, он говорит, не-не. А, то есть я проснулся от того, что медведи убежали. Ты уже в гамаке спишь, да? В гамаке ты чё? Я как лёг, меня, знаешь, как будто женщина обняла. Ты просто бах, и ты врубаешься. Вообще огонь. Гамак просто бомба. Ну что, давай с камня начнем и вот так пойдем. А потом туда в шхеры нырнем. Давай. А? Ты что думаешь, Димон? Ну я не знаю, надо поехать чайку попить. А, так что ли? Ну, не серьезно. Иди сюда, я еще не поймал. Так нету, вон эти тоже по голяку гоняют. Там 2 лодки тоже по голяку. То есть мы с тобой вообще тут отличились? Да, да, да. То есть кто рано встает, тому того рыбка клюет. Да идите вы. Ух, нифига себе! Пушка, да. Да и ладно. Ну, доставила она удовольствие. Не, ну, достойная, да, щука? Да, хорошенькая, прям малышка. Такой лиманчик выходит. Сейчас батя туда подаст. Олег у нас расстроился, оторвал 4-й воблер. Сказал, что рыбу больше ловить не будет и пошел спать. Сказал, не его сегодня день. Обидно, конечно, но что делать? Будем ловить. Так. Так, ну что? Приманка все та же самая. Нос уже разбитый конкретно. На чем он тут держится, непонятно. Ну, приманка рабочая. Так. Опа. Хорошая. Давай вытащу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подводи к лодке. Слышь, да это побольше, блин. Держи, держи. Thank you.
Саныч, ну красавчик. Сейчас мы на... Домой тоже. Да, на я потом разошлю. Сейчас пацанам скинем. Блин, молодец. Рассказывай, как так получилось. Ну вот так вот. Решил сюда вот забросить. А там подружка нас ждет. Блин, жалко, у нас весов нету. Да. Ну в районе пятерки-то. Четверка-то железная. Четверка, да. Вот. Молодец, молодец. Олежка у нас поехал спать, забил на рыбалку. А Димончик у нас... Доставило удовольствие, конечно, потягало чуть-чуть мне на каяке. Так что пока адреналинчик прет. Да, отлично. На чего будем отпускать? Спасибо тебе, малыш. Ну-ка, подожди. Давай. Ай, ты как быстро. Димыч, давай пятюню. Красавчик. Я прям душу-то отвел. Молодец. На Макору, да? Или Басару? Басару это, да? Ну вот на эту, да, на резинку. Ага. Ну что? Да у тебя рыбалка удалась уже. У меня все просто. Ты счастлив. Единица, двушка, трешка. Ну и вот сейчас. Молодец. Сделал ты пацанам контент. Да. А Олежке нашему не везет. Слушай, я думаю, просто то, что храпел. Все это испортило. Да. Карму ему. Вот, ну ничего страшного, что. Надо продолжать рыбачить. Я смотрю, сезон-то не задался, блин. Сезон еще не начался, что ты уже тут начинаешь. Первая рыбалка. Сейчас я тебе покажу, как рыбу ловить надо. Да-да-да, я с утра это уже слышал. Блин. Я уже с утра это слышал. Так я готовлюсь к трофею, Ром. Пока ты свои мелочугу таскаешь. Димон, как думаешь, трофей будет у него?